Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. В этом ролике будет покраска вот Mazda CX-9. Получается, по сути, можно было бы ее и не красить, но человек хочет убрать все изъяны, такие как коцки различные, небольшие, царапинки маленькие. Так, по сути, она вроде бы, ну, другой бы, наверное, не красил бы, да. Человек хочет, чтобы машина была в идеале, мало ли будет она, возможно, в продаже в дальнейшем. Поэтому я сейчас показываю вам, какая она сейчас на данный момент. То есть, чтобы вопросов не было, к примеру, что, почему она красилась, да. Вот, видите, она ровная вся. В отличном состоянии. Просто что, ну, есть моменты. Тут скол вот маленький, видите. Ну, такие мелочевочки, да. Вот. Задняя ляда, ну, вот есть небольшие вмятинки такие, которые мы устраним это все дело. Вот. Так, вроде бы ничего. Ну, тоже вот, допустим, да. Такие моменты, вот притертость какая-то, вот из-за этих всех мелочевок, вот видите, скол какой-то, вот из-за этого человек хочет освежить здесь вот на буртах. С другой стороны, можно было бы подкапать, но сделаем как в идеале. Ну, передок автомобиля, есть сколы, да, как на разных автомобилях, оно часто от камней, гравия, там, короче говоря, сколы небольшие. Так же самое и на переднем бампере, вот что он снят. Здесь тоже немножко сколов есть. Ну, короче, из-за этих дефектов получается, собственно говоря, мы и покрасим автомобиль без крыши. То есть крыша будет не крашена. Вот. Наша задача сейчас, получается, перешкурить все эти моменты, подгрунтоваться, собственно, и подкрасить в круг ее без крыши всю. Такой фронт работы. Ну, по бамперам, конечно, немножко работы побольше, так как это расходники, и там более есть моменты, которые нужно поработать. Короче говоря, второй день работы. Вот, капот оказался вообще не крашен. Снимаем краску, практически всю сняли. Ну, короче, 120-ка и 220-ка на вибромашинке, чтобы убрать сколы. Вот, ну, тут также нужно это все сделать. А так вроде бы ровная машина была, видите. Там есть нюансы разные, но еще после... Мелкие есть сколы такие, мелкие, их практически не видно, но они есть. Поэтому будем проходить кругом на машинке 320, либо 220 под грунт полностью. Так, тут у нас немножко нарыли. Здесь понятно, тут у нас было мятинки. Вот здесь что-то уже лепили, поэтому мы пока не спеша здесь набрасываем на усадочку. Вот тоже, вроде бы ровная дверь была, да? Здесь были пузыри, подчистили их. И оказалось, что здесь какие-то плавные неровности. Пришлось перетянуть. И плюс не так играет металл, потому что перед этим он так пальцем играл. Думаю, сделаем сначала машину, кузов. Все ржавчины пройдемся. Вот здесь были, накладка была пластиковая, да, и вот она выела здесь такой кантик ржавчины. Вот видите, мы ее коралловым кругом обработали. Вот так вот. Ну и также везде нужно просмотреть. Сначала цель какая? Выводим все, чтобы она ровная была. Потом машинкой все сбиваем под грунт. Перегрунтовываемся и потом уже красим.
Вот такие вот дела. Ну, короче, машинкой будем здесь делать, как вот здесь. Сбивать, чтобы все мелкие сколы ушли. Вышкуривать, короче, а не промазывать. Вот такой план. Да-да-да. Вот видите, здесь тоже была ржавчинка небольшая. Мы ее почистили, короче говоря. Итак, по дверке уже остались коцанки немножко. Здесь тоже подвывели зеленочку, перетянули мы универсальной шпаклевочкой. Здесь тоже кое-где промазали. Эту сторону понятно. Тут немножко косяков. Так вроде бы нормально. Сейчас довыведем вот эти места на той стороне и уже машинкой будем шкурить полностью всю тачку под грунт.